Всем доброе утро. Сегодня 7 октября. Я уже проснулась, встала. Ангелина уже пошла мыть голову. Нам выходить через 45 минут примерно. Я уже накрасилась, собралась. Собрала сумку, которую возьму с собой. Вот. Беру лекарство. Это спрей для горла. Каплю в нос на всякий случай. И, наверное, там придется купить сироп от кашля, потому что у меня начался сухой кашель, я сегодня ночью опять не могла уснуть, я выпила сироп, я уснула, все стало нормально. Удивительное состояние, когда я болею, ну, с кашлем, у меня обычно высокая температура, заложен нос и так далее, а в этот раз у меня просто болело горло, не сильно, потом два дня болело, два дня першило, и, наконец, ничего не болит, ничего не першит, но такая глухость внутри, я думаю, я не знаю, как объяснить, может, понимаете, о чем я. Все, хомочку я оставляю. Думаю, мой малыш будет без меня. Ой, все, нужно быстрее идти готовить кушать, завтракать. Мы поедим. И будем все выходить. Все, мы собираемся выходить. Сидим на дорожку. Опоздаем, чувствую, на автобус. Все, мы пошли. Встретимся в универе. Все. Мы приехали. Сумка не очень тяжелая, но нормальная. С собой. Я ее решила не оставлять в раздевалке, потому что, в принципе, нельзя ничего там оставлять, кроме верхней одежды. Вот. Все на седьмой этаж. Где мы? Ты с ума курил. Я вчера хотела. Не забыла. Будьте здоровы. Блин, сейчас опять все болеют. Я тоже. Просто так, что надо делать? Спермдозоид рисовать. Все. Ой, наша пара подходит к концу. Вот, потом мы идем кушать. Я вообще есть хочу, как обычно. Как-то так. У нас закончилась первая пара. Мы уже с Ангелиной перекусили кишем. Вообще не наелись, я до сих пор голодна. Это ужас. Не об этом. Сейчас мы пойдем в раздевалку, там чуть-чуть посидим. И я пойду. Как-то так. Все, встретимся, я не знаю, уже в Москве. Нет, в раздевалке все. Встретимся в раздевалке. Мы уже сидим в раздевалке. Скоро я буду выходить. Никита сядет на автобус 110, который довезет нас прямо до аэропорта. Там 5 минут пройти, дай бог, это правда. Я к нему запрыгну, и мы поедем в аэропорт. Я, ребята, очень переживаю. Это мой первый полет, если кто не знал. Я в Москве не была. У меня была возможность там побывать. Два раза вроде я могла там побывать, но... Мне никогда не было рвения там побывать. Сейчас я еду, ну, просто так, можно сказать. Вот, не знаю, зачем. Ну, как-то, в общем, так получилось. Это не была моя мечта и так далее. Моя мечта — слетать на море. Вот это да, это будет офигенное просто что-то. Ну, и в Москву тоже прикольно слетать. На самолете хоть полетаем. Скорее всего, нам там дадут поесть, я вам засниму это. Как-то так. Все, встретимся, наверное, уже либо в автобусе, либо в аэропорту. Прощайтесь с Ангелинкой. Спасибо, я умру. Ты дура. Ладно. Всем пока. Все, ребят, пара уже давненько началась, минут 15 назад. С Ангелинкой мы прощались. Я сижу, жду, когда мне уже скажут выходить. Ну, это будет минут через 50, через час. Дай бог пораньше. Мы приедем в аэропорт где-то за 2,5, надеюсь, часа. Надеюсь, вообще за 3, но кажется, мы не приедем за 3. Вот. Все. Я переживаю. Встретимся уже в аэропорту. Трым-пы-тым-пым. Мы приехали в аэропорт. Там самолет был. Ай, не могу. Я не знаю, что сейчас делать нам, конечно, это все. Надеюсь, Никита знает, как делается. Я просто тут хожу. Ой, я переживаю. Все, встретимся уже, наверное, на зоне регистрации, либо вообще в самолете. А?
Нас сейчас этот, через металлоискатель провели, это так странно было, так страшно. Переложили мы в Никитин портфель мой утюжок и мою косметику и воду. И моя сумка стала намного легче. Да? Все отлично. У меня не этот, деньги сменили. Мы сидим, ждем. А ты пауэрбанк взяла, я надеюсь? Да. Спасибо. Ребят, в итоге, ну, у меня весит всего 3 с чем-то килограмма, какие-то плюс-минус так же, нам дали билетики. И все, мы ждем самолета. Прикольно так. Вот наш билет. Все, мы уже проходим. Мы сейчас в самолете окажемся уже? Мы сейчас уже в самолете окажемся. А, еще нет. Ладно, как сядем, покажу вам. Ребята, моего окна. Точнее, Никита попросил, чтобы мы сели окна. А, ну, пишите на пол. Не знаю, что нас ждет, как это. Как это работает. Вот тут книжки всякие. Все, ждем вылета. Алло? Алло, сынок, ты вышел? А ты дорогу перешел уже? Я еще из Памашута, Уфа, Москва, 6 метров. Время пути составит 2 часа. Настройся приятного путешествия. Уверен, вам понравилось путешествие с работой. Спасибо, что вы пришла. Приятного полета. Скоро полетим. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is a good speaker. My name is Kiko. Welcome. Ребята, мы прилетели, мы уже приземлились, мы уже в аэропорту идем. Сейчас мы зайдем в туалет, а потом пойдем на автобус и потом на метро. С одной или с двумя пересадками? Ну, две ветки, одна пересадка. И потом мы окажемся у Вадима, ну, в общем, у друзей. Все, как-то так. Все, мы пошли. Мы сели в автобус, 500 рублей мы потратили на автобус. Я в шоке. Да уж, кто же знал, что автобус стоит 500 рублей? Ну,
Мы уже приехали на автобусе. Уже мы в метро. Очень быстро доехали на автобусе. Вот. Надеюсь, также быстро доедем на метро. Правда, мы что-то не поняли, как оплачивать пока что. Ага, ты видел, как мне женщина смотрела? В общем, сейчас будем как-то брать билеты и разберемся, в общем. Мы сели в метро. Кому интересно, одна поездка стоит 60, сколько? 62 рубля. Как-то так. Я не знаю, куда там ехать, но все это делают, думают, я просто еду. Мы приехали на нашу станцию. И сейчас уже пойдем к друзьям. Все, я хочу быстрее домой зайти. Встретимся дома. И крашим волос! Вот он песню прижал! Все кончили назад, 5 минут назад. Я не знаю, какой это был. Ребята, мы уже, слава богу, заселились. Мы очень долго добирались до квартиры. Сейчас вам быстренько все покажу. Тут все очень чисто, очень красиво, уютно и так далее. Вот ванная красивая такая. Душевая. Туалет. Входная дверь. Затем кухонка. Мы уже все приготовили. Сейчас будем кушать. Там диван, кровать точнее. Вот мы сейчас будем кушать. Варим макароны с раскушками. И все. Как-то так. Все, всем приятного аппетита. Нам надо быстрее все делать, потому что нужно быстрее идти гулять. Всем приятного аппетита. Ребята, наступил вечерок. Мы сейчас собираемся идти, ехать, точнее, с Никитой на Красную площадь. На улице темно. Дай бог, мы все увидим. Мы собрались, оделись и собираемся выходить. Мангосдума. Там Путин сидит. Вещает. Реально? Да. А сейчас он где? Дед знает. Возможно, вот в этом отеле. Это отель президентский. Ну, типа не президентский, а как сказать, очень дорогой. Вот. Там. Типа чисто знаешь номер там, типа 1100. Ну, это не шутка, то Пойдем. Так, тут красиво. Но мне кажется, многие были, поэтому снимать, показывать особо вам нечего. Вот. Кто не был, смотрите вместе со мной первый раз. Сейчас мы уже подойдем к Кремлю. Но тут красиво, да. Что это у тут крыша? Огромная крыша. Сверху просто бегают люди, там травка типа. Ну, обычно травка. Что это за крыша, мне понятно.
черный поищем. Хочешь кофе? Можно. Не переживай, я пошляю. Пошляю или пошляю? Я друзей пересматривал, у нас на 5 сидеть сезонов. Я бы супер здесь кайфовал. Ну как? Надеюсь, от еды я кайфану не меньше, чем фанаты от сериала. Всем приятного аппетита. Прям хорошо. Ребята, мы уже дома, мы покушали, я вам показала это в прошлом фрагменте. В общем, мы погуляли по центру. Сколько мы гуляли? Ну, часов с 5-6. Ну, я прям устала, это ужас. Я считай не спала. Тут же время на 2 часа раньше. Нормально я не спала, что вчера, что сейчас уже по-нашему 2. И больше, по-моему, если я не путаю. Ладно, 2 часа где-то. Сегодня мы спим, завтра мы идем в зоопарк. Вот. Мы расстелили постель, тут все чистое. Ну, не новое, конечно, но все чисто, очень клево. Все, всем спокойной ночи, встретимся уже завтра утром.